Сегодня у нас 25 июня 2016 года. Это детский православный лагерь Стан. У нас сейчас у нас вечерняя служба в храме. И нас на час мы пораньше вышли, чтобы сходить, костер подготовить. Сегодня у нас приехало 4 ребятишек, а до этого было 11. А костер можно только когда 12 ребятишек. Вот сегодня уже 15. О, что она там делает? Делает, что-то ищет. Ну, что-то она ищет себе что-нибудь поесть. Вот мы загрузились с Кириллом. Палатки, грабли взяли, лопаты, картошки, вилы. Сейчас идем в костер. Сейчас будем зажигать, вытавливать все. Вот. Слава Богу за все. Прям на кресле. Продолжение подготовки костра 25 июня 2016 года в субботу. Далеко от лагеря Стан наш находится православный. Вот мы тут с одним насельником Кириллом подготавливаем. Берем сухостой, всякие ветки сухие, и закладываем костер. Мы уже его растопили. Вот сейчас самое главное — нажечь углей побольше, могла картошка пропечься. Сейчас накидаем и пойдем еще за крапивкой. Крапивки нам надо нарубить. Тяпки для этого взяли. Вот тяпки. Картошку вот у нас надо еще ее немножко почистить от ростков. Мешок надо всегда убирать, так как полиэтилен не любит солнечных лучей, быстро портится. Под тележку закинул. Вот. Костер горит у нас. Попросили благословения, прежде чем затопить. Помолились. Господь благословил, сохранил от пожара, всякого рода зла. Вон уже наши пришли. Да. Так, ну давай, ты самый толстый, Кирилл. Толстый выбирай, чтобы быстрее наложить и нам крапиву надо идти заготовить. Да. Но тут, которые толстые, они под низом лежат, они мокрые. Ну, иди пока это, клади. Сейчас я вот эти толстые тоже наломаем. Это я специально взял дровишек, чтобы на самый жар наложить, чтобы были хорошие угли. На, подержи пока, посниму. Я займусь пока. Держи пока. Облака такие красивые, прям. Ну да. Ага. Поддается. А это каратик сейчас.
Нет, вот, под, а под колесо нельзя, как бы? Нет, нет. Колесо можно сломать. А? Вот это я положу сейчас. Что? Коровы все ближе и ближе идут. Надо ее прогореть посередине. Все, сейчас пойдем. Пока не включай. Угу. Пойдем к крапиву. О, вот это где куча крапива, я не заметил. То есть мы берем тяпки обычно. Тяпки. Вилы. У тебя где? Так, вилы там, вот. Грабли. Грабли там же. Вон кто-то к нам идет там. Ну, кто-то из них. Пойдем. Крапива нам нужна для того, чтобы потом, когда картошку заложим, сверху заложить, чтобы она могла жар сохраняться внутри. Иначе жар быстро остужаться, картошка может не пропечься. Вообще вроде. Много надо. Степа это пришел. Я говорю, Степа вроде. Покажи его. Он Степан идет. Нам помощники нужны, хоть маленькие, хоть большие. Степа, нам помощники нужны. Давай, подходи, помогай. Ну. Мы сейчас Степку дадим. Будет у нас он работать. Давай скорее, помогай нам. Давай, начинай. Крапиву подсекай. Только аккуратно, помоги. Давай. Не-не-не. Разве это круто? Смотри. Ишь. Вот. Зачем ты можешь? Резко просто. Раз. Все, подсекаешь. Да, пробуй. Нет, у него силёнок не хватает. Где Нестах? Все, стоп. Стоп, 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 говорю. Ладно, тебе на этом не хватает. Бери это, грабли. Вон они лежат, вон вилы, грабли. Вилы, грабли возьми. А вилы давайте я. Вилы не надо, грабли. Вилы пока нам не нужны. И вот эти кучки немножко, как бы, вместе скребай. Вон там собирай тоже, ходи. Вместе, чтобы мы потом вилы не могли взять.
и собрать. Это все на костер пойдет нам. Все, здесь не трогай пока. А? Степа, здесь не трогай, здесь нормально. Вот здесь я стою, мальчик. Ну я знаю, ты же пришел, ты сразу с ним. Или ты без них пришел? Ну значит они в это, в келье. Ты переоделся? Нет. Ты переодевайся. Ну. Это они там, в келье. Они еще переоденутся пока сейчас. Вон овечки у нас. Овечки там. Вот так заготавливаем. Ну ладно. Все, давай-то. Останови. Как-то мы. На эту же кнопку нажми.